Вон Пиза же велюкс де ла Пиза. Walt, I've said it before. If you are in danger, we go to the police. Oh, no, I don't want to hear about the police. I do not say that lightly. I know what it could do to this family, but if it's the only real choice we have, if it's either that or you getting shot when you open your front door, I don't want to hear about the police. You're not some hardened criminal, Walt. You are in over your head. No. That's what we tell them, and that's the truth. No, it's not the truth. Of course it is. A school teacher, cancer, desperate for money. Okay, we're done here. Roped into working for, unable to even quit. You told me that yourself, Walt. 2 minutes. Jesus, what was I thinking? Walt, please, let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Who are you talking to right now? She's a bread. Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Just a breath. Что, блядь, нахуй тут случилось, ебать? Что за бред, блядь? Я не понял, сука. Не, я думал, тут будет какая-то развязка. Олд, я уже говорила. Если тебе что-то грозит, пойдем в полицию. Я прошу тебя. О, нет, про полицию я и слышать не хочу. Думаешь, мне легко так говорить? Я знаю, чем это обернется для нашей семьи. Но если другого выхода нет, то либо так, либо... Тебя застрелят, когда пойдешь открывать дверь. О полиции больше ни слова. Ты же не закоренелый бандит, Уолт. Просто взял на себя слишком много. Так и мы скажем. Правду скажем. Это неправда. Еще какая? Вор донатов. Кролик. Отчаянно нужны деньги. Ну все, хватит. Тебя же заставили. И даже уйти нельзя. Ты же сам говорил, Уолт. Боже, о чем я думала. Уолт, прошу. Давай перестанем себе врать. И признаем, что тебе грозит опасность. Ты с кем сейчас разговариваешь? Кого ты видишь перед собой? Ты знаешь, сколько я заколачиваю в год? Ведь если я скажу, ты даже не поверишь. Знаешь, что будет, если я вдруг решу бросить мою работу? Бизнес такой величины, что мог бы попасть в NASDAQ, всплывет пузом вверх, исчезнет. Перестанет существовать без меня. Нет, ты точно не знаешь, с кем ты разговариваешь. Так что я подскажу. Мне не грозит опасность. Пенис. Я сам опасность. Кто-то откроет дверь и схватит пулю. Думаешь, если я такой... Если вас назвали Саша, хуй сосать, а работа я постучу в дверь. Если вас зовут Рамзан... Сердечко забыл. Сердце. Сердечко однозначно. Однозначно сердечко. Да-да-да. Сердечко заслужено. 100%. Но концепция. Концепция. Жупс. Жупс хай. Ну, сука. Вот был бы у меня компьютер переносной, я бы следил бы за, там, за блогами, я бы следил бы за всем, что о, происходит там в интернете. Это я. У меня нету ноутбука. И ну не будет что? Уже, и не будет с такими целями. О боже, да кожа дрожь. Ах, то есть я блог хочу писать, я должен об этом писать. Если я хочу об этом, даже все знать. Не все, блядь, я хочу, понимаешь, на стены лезу уже, мне ноутбук нужен переносной, аккумуляторный. О, привет, уебище, лови пизда! На! Я напишу там, допустим, как я покушал, сходил в магазин, блядь, купил себе обувь, сука, в конце концов, покушал человек, блядь, и написал об этом. Я писал, какой магазин я сегодня посещал, вообще, как классно, какие цены, какие скидки. Ты чё, охуел, Амон? Что я кушал, что я надевал, где я кушал, ебать, это так классно, блядь, какую елку на Новый год, какие игрушки на Новый год я покупаю, пиздец, какие фейерверки хочу покупать. Да у меня уже 5-10 человек подписаны, нахуй, 10 людей. 10 человек интересуются, блядь, моей жизнью. Я блог пишу. В смысле, блядь? Ты меня спрашиваешь? Меня?
Купи мне уже компьютер, не выебывайся, Ишак. Че ты хочешь, ты ебать? Че ты хочешь, ты сука? Я блог пишу, отстань! Дебил, какой блог? Ой, блин, понятно все. Пошел я на завод. Вот это, сука, коннекция, бля, братишка. Здесь однозначно сердечко получаешь. Это реально концептуально сильное видео, реально. Я очень, ну, мне приятно было смотреть, но некоторые вещи осудительно, за них, конечно, неприятно. А в целом, да, молодец, красиво нарисовано в плане художественном, да. Вот это деду надо. Так, я не знаю, это вроде не Самара. Хотя нет, Самара. Деду надо. Электронную сигарету, одноразовую очку. А, это ты? Тьфу, бля. Очки Ди не видно, как и алиментов. Где ламода, тварь? Да мне как-то похуй. А я хочу. У меня нету. А почему? У меня нету. А почему? Дурак. Я хочу пиццы. Мне плевать на все, что ты скажешь. Да, дальше я знаю только одно. Я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное. У, сука, да, падла, вылезла гнида, блядь. Вылезла тварина, блядь, такая сраная. Вылезла, нахуй, мутант. У, сука. Все, да, тварь? Дело сделано. Дурак. Мистер Брайан, how are you? Долбоёб, иди нахуй. Мистер Брайан. Я съел где-то. Я здесь главный. А Боба. Согласись, сильные ролики делать. Жупс. Так, посмотрим. Посмотреть вообще, что там показывают сегодня. Да. Не понял. Пена! Вчерашняя котлетка. Это мне нравится. Я все это хаваю, у меня выбора нет. Боже мой, какая пицца, я хочу быть рядом с тобой. О боже мой, пицца моя родная. Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Это, блядь, была последняя капля. Заебал, иди, блядь, уже звони нахуй. Давай, кто кого сейчас, давай. Ну давай, давай, старая рухля, давай, блядь, давай. Покажи мощность свою, блядь, дуру, а? Лови вспышку справа, я уезжаю. Блядь. Ну да, пизды получил, ну и шо? Полгады, отдыхаю на багере. Жупс. Ебать, сейчас бы похавать пиццаньки. Нет у тебя кусочка вчерашнего? Да я вчера не ел пиццу. А я хочу. Так хоти я чё? Можешь подходить ко мне, когда я в интернете? Ты? Грязь? Кто? Ты? А может быть ты, блядь? Кто, я? Да. А может быть не я, блядь? Ты?
Кто? Ты? А может быть ты? Ты червяк? Ебать. Ты дурачок, кроник. Кроник кто? Ты? А может быть ты? Кто, я? Да. А вот иди сюда, ты дурак. Кто? Ты? Иди сюда. Сюда, дурак. Кто? Ты? Я? Да. Сюда. Кто? Иди сюда, дурак. Кто? Боже. Ну да, это уже страшилка, это не просто видеофайл. Нет, серьезно, это уже не видео, это уже все. Это реально, это даже видео не назвать, чел. Это страшилка, страшные вещи. Это здесь смотреть есть, и можно дурачком стать сразу. При просмотре таких видео сразу дурочка приезжает, чел.